едят любители ровной ловли. Свяжем сегодня муху из пряжи стрекоза. Крючок 1.0 используем. Монтажка самодельная. На этот раз она из другой нитки. Довольно-таки толстая. Если по нумерации, то 120 ден примерно толщина. Лента Simple. Такая вот голубенькая. Номер 183. Крепим ленту. Я ее подкрашиваю вот таким вот синим маркером перманентным. С внутренней стороны. Далее крепим нашу пряжу стрекоза. Это номер 23 у меня. Она вот такая фиолетовая с вишневым. Их очень много оттенков. В конце видео покажу то, что у меня есть. Ну и ссылочку дам. К сожалению, в розницу она не продается практически. Ну, по крайней мере, не смогли мы найти. Скооперировались с мужиками. 7 муховязов. Мелкий опыт. 7. Один цвет, короче, 7 рулонов. Вот мы с семером скооперировались и купили там, не помню, 7 или 8 рулонов. Цветов, вернее. И по рулону разделили. У одного накладно покупать. Так, первый оборот. Не скручивая. Даем, придерживаем пальцем, скрутили плотно и виток к витку укладываем. Придерживаем так, чтобы не сползало. Не доходим до головки 1-2 мм и отпускаем ее, чтобы она раскрутилась. Головка будет вот такая вот Blue Dragon Red. Красная, короче. Крепим монтажку. Выводим нашу нитку вверх и крепим. Закрепили, перегнули, еще раз закрепили. А так, чтобы она кверху вышла. Потому что нитка довольно-таки толстая, хорошо пушится. И вот даже вроде вровень обрезаешь, все равно пушок вот этот остается. А так он лентой закроется. Ну, это чисто для эстетики. Натягиваем нашу ленту. Несколько оборотов даем
не отпуская ленты, и хорошо протягиваем. Затянули, перегнули, и еще один оборот. Но уже никуда не денется. За один раз ее не получается отстригать. Делаем два реза по краям. Так. Перо коричневое. С одной стороны бородки я удаляю. Ну, в общем-то, совершенно не обязательно все это на течение прижмется к телу, и только так вот внешний вид. Доформировали головку. Контрольный узел. И все. Наша мушка готова. Осталось залачить головку.